звучало, а ты раньше времени себя хоронишь. Ничего страшного с тобой не случится. Мы еще поживем с тобой, Андрюха. На, согрейся. Кронштадт восстал. А на письме связной от Попова сказывал, революционные матросики крикнули, связной от Попова сказывал, чтобы и совдепы, и с комиссаров. Наши возьмет. Пропадем тут в лесу. Обложили со всех сторон, как волков. Говорят, кто им добровольно сдастся, они отпущение грехов обещают. Замолкни, Афонька, а то ведь я тебе навечно грехи-то отпущу. КБ комиссары смогли раздавить нас силой оружия, то амнистию ее получили б только пленные и перебежчики. Ну, мне пора домой. Сорокин и его шайка хватится. Посиди чуток. Сейчас мы Федьку Орланина сагитируем. Никодим! О! Передай караул Никитенке и веди сюда Федьку Орланина. Старые знакомые. Покаяться хочу. В лесу у нас попов нету. И всем нам каждая минута жизни о смерти грозит. Некогда с ним понетелиться. В расход его. Иди. Готовь! Огонь! Может, у него что за душой? Ладно. Пущай, говорит перед всем народом. А я ведь в эсерах был, братцы. Был. И Шлиссельбург прошел, и Сибирь матушку хлебнул, как говорится, под завязку. Освободили с каторги, в окопы угодил. Правда, не досчитались, господа, офицеры одного боевого штыка. Побег из роты. Слушай далее. Попал я в Питер, и диву дался. Митингов не пересмотреть, не переслушать. Отречение государя императора, переворот. Тут тебе Дума, там Временное правительство, а там Ленин. Долой буржуев! Замутился весь белый свет. Аж дух захватывает. Музыка играет, флаги распустили. Да здравствует молодая свобода! Конец войне, землю крестьянам. А я орать. Даешь учредительное собрание, граждане, братья. А тут прослышал я, что в Таврическом на митингах насчет мужиков до точности все разъясняют. Попер туда. А там большевиков ругают, меньшевиков кроют, эсеров костыляют, мол, всех их бить надо подряд. А тут откуда-то вылез один и открывает нам секретную картину. Горячо говорит, садит под душу, меня аж затрясло от такой правды. По открытому моему сердцу, как огнем полыхнул. Какая, спрашиваю, партия, братцы? А мне говорят, неподкупная. А чья? Большевиков. А это кто будет? Ленин, говорят. Ленин. Я говорю, ну, братцы, нечего зря время терять. Сколько ни слушай, а про крестьянина лучше не услышишь. Пиши, говорю, и меня. В
вашу неподкупную партию. Ну и что? Записали? На всю жизнь, мужики. На всю жизнь. В чем перед вами я каюсь? Я тебя, Федор, давно знаю. Еще по 5-му году. Вот теперь увидал тебя, сразу затоптать захотел. Что ж не убиваешь-то, сволочь? Хочу, чтоб ты опять прозрел. А как прозрел? А так, ты, как и подобные тебе, как и я сам, и все те, которые вокруг стоят, думали, что они за счастье народное борются, да и за свое тоже. Боролись. Прогнали господ. Вот и доборолись. Землица-то наша, а хлеб чужой. А мы хотим жизнь дать мужику. Какую? Вольного землепашца. Хлебороба с парой коней, с огородом, с пасекой, со свободным по аппетиту пшеничным хлебом. Понял? С куском сала, с головой сахару из родной саратовской свеклы. Без проткомов, комиссаров и коммун. Без пролетариев, навязанных нам в председатели и секретари. Сами! Хватит пустословить, Исаул. Не сагитируешь ты его. Я против крови. Кровь нам все надоела. Забирай его, Андрюх. Пущай истинно покаяться. Да. Что, прозрел? Постой. Такие дела делаются тихо. Тихонько.
Чего ж ты? Ваня! Ну, Вань, поговорить надо. Ой, какой ты даже не оглянется. Вань! Но! Ну, чего тебе? Ну, дело у меня, Ваня, господи. Пришла бы участвовать, что на улице. Отдаваться хочет. Это кто? Старшой? Никодимка? Он. А, сволочь. Значит, он в банде ошивается. А ты что молчала? Невеста. Хорош. Красный милиционер Иван Харламов. Крутит любовь. С сестрой кровавого предателя. Да меня ж самого за это к стенке надо. Ну, прости, Христом Богом. Замолчи ты, дура. За бандита просишь. За врага новой власти. Эх, врезал бы я тебе между глаз. Миленький. Ведь он же брат мой. Кровь моя родная, ведь он. Бандюга-то это матерая. Да у него внутри не кровь, а дерьмо. Вилами его напороть надо. Почему обрез свой на стол положил? Я ж добровольно. Ладно, гражданин Ключинин. Допустим, вы решили чистосердечным признанием получить прощение народа. Возможно, мы амнистируем вас. Что же все-таки вас толкнуло в банду? Я сам никого не убивал. На мне греха нет. Они меня силой заставили. Хату обещались подпалить. Кто? Пивкин. Сам Пивкин хуже зверя лютого. Где он сейчас? Палки медвежий. Сколько у него людей? В строю 9. Раненых 4. Один больной. Вчера все бегло 5. Они всегда ночуют в лагере. Так точно. Пивкин-то отказался от больших набегов. Честно воевать ему не по силам. Я что пришел-то? Человеческой крови видеть не мог. Где Федор Орланин? Так они же его. Что? Да Попова, атамана. В Хвалынск сопроводили. Так. Савкин Андрей в банде состоял? Андрей Гурьянович не состоял. Не знаю, так состоял или нет? Нет. А Мельник или Афонька? У Пивкиных я их николь не видал. Ну, клянусь! Ладно. Завтра на рассвете поведешь наш отряд в Медвежью Балку. Да, но... Ясно. И без фокусов. Уйди. Ну, Акимыч, это будет наш последний и решительный. Thank you.
Саул. Мир компании, честной. Здорово, мужики. Коль так, добро пожаловать. Здравствуйте. Заседайте. Дело не хитрое. Это понятно. Какой вопрос? Усолим. То все дело. Голодный. С района. Здравствуйте. Уполномоченный. Тоже с района. Товарищ Воронин. Варламов. Здравствуйте. Советскую власть признаете? Инструкция по текущему вопросу. В порядке дня. Кулацкий вопрос. Да это мы мчимся, мужики. Кто нас шейку? Что? Гром еще не грянул с высоты. Район уже инструкцию. Не боись, мужики. Все путем. Встречная, так сказать, инициатива. Снизу. Да. А, Кулацкий подпевала. Погоди. Что? Правильно, Каина. Каина.
покуда тут судачите, на вас, комиссаров, покушение готовится. Темнишь. Сейчас у Савкина на дворе Пивкин хоронится. Винтовку у них с этой винтовки еще в 21-м годе продагентов стреляли. Голыми руками этих бандитов не возьмешь. А спалить бы Савкин двор к чертовой матери и дело с концом. Егор Алексеевич, а? Беда, беги. Сергеев крадется. Один? А черт его знает. Кажись, один. Кабы так. Сейчас мы его, сволочь, на мушку. Ну-ка, глянь на выгон. О, дьявол. Чего? Еще мужики. Вон там справа кто-то крадется. Обложили. А ну в оборону. Стрельнем, комиссаров. Ультиматум! Даю минуту! Гарантирую жизнь! Пошел ты! А я тебе ничего не гарантирую, красная сволочь! Уйдет, уйдет, гад.
русского крестьянина и пролетарий по психологии. Он что, изобрел телеграф? Написал умную книгу? Или открыл новую звезду? Нет. Он не был ученым мужем или политиком. Он просто был очень честным человеком, коммунистом, который своими руками творил историю. С детских лет он надрывался на кулака. В 20 вместе с плотницкой артелью ушел на приработки. Воевал на Галицком фронте. В 1917-м вступил в нашу партию большевиков. Он был тот человек, который во время мощных, могучих, мирных землетрясений был всегда со своим народом. Он был в этом житейском круговороте. Голодал, холодал, крепчал. Истинно так. Да, наши земли в стороне от столбовых революционных дорог. Там и далеко от пролетарских фабричных культурных центров. Мы в серенькой, как говорится, уездной волосной глубинке. Но Михаил Сорокин, этот рядовой боец революционной эпохи, вел весь наш район в будущее. Вел, как умел. И нашим потомкам мы скажем, мы не требуем, чтобы он стал примером для них. Наш дорогой друг и товарищ, он сам был очень скромным человеком. Но мы хотим, чтобы они его поняли. Прошу слова. Что на часть-то перебиваешь? Здравствуй. Говори. Всех нас приберет мать земля. Все помрем. Все там будем. Такой миропорядок. Дело не в смертушке. Дело в земле, которая вечна и которую сберег для нас Михаил Сорокин. Жизнь положил. Что он завещал нам? Земля, она живая. Она душу имеет. Все живое имеет душу. Распадется связь земли и души, сгинет пахарство. Обесплодим землю. Позор и горе тогда вовеки. Запомни, мужики. Не забудем тебя, Савельич. Thank you.
Будьте светлые перед всей Европой! Сидит в городе потеет, греет небо юбочка, у крестьянина земля, а не ее вся думочка! Раньше мы, как жуки навозные, копали в земле поодиночке. И теперь, в общем-то, так же копаемся. Был, к примеру, Карпуха, бедолага. Таким и остался. Раньше у него хоть мерин был, а теперь и он подох от бескормицы. А? Да, да уж, вот ты, Аким, вчера про колхозы толковал. Сам сказывал, будто делают очень серьезное. Серьезное? Да, так вот 100 раз отмерь, 1 раз отрежь. Смотри, как бы уже дроб не наломать. Собчанам надо жить, мужики. Собчане, то пропадем. Задавит, задавит нас мироед. Как сообща? Очень просто. Земля общая, лошади общие, сбруя общая и труд. Общий труд. А Хлебова? Чего? Насчет Хлебова спрашивают как. Без одного котла. Ну да. Ага. А что? А то, что один будет шаляй-валяй, щи хлебай, а другой за него горб ломай. Иным манером сказать, один с сошкой, а другой с ложкой. Но... Потому как один лодырь царя небесного, а другой ночей не спит, трудится. Но а совесть, Илья Спиридонович? Да. А совесть? Ты вот мне совесть говоришь, а я тебя прямее. Лодырь, он отвратит людей от земли Божией. И придет на двор беда за бедой. Вот она. Криком кричать будем. Помилуйте. И властит наши невдомек еще, что он есть лодырь, разрушитель хозяйства. Фу. Ну ладно, мужики, пошли. Да. Что делаем? Ай, ух ты,
Ребят, не подожмем! Миленькие, не осрамись! Ребята, не подавайся, не подавайся! Николай! Николай! Кот! Погорыч-то стынете, а! Трой! А чё яблочко-то, а? Молчёный! Да ну тебе! Трой, ну чё, не оставишь? Ну дай бочонок яблочко-то ей! Спой, Фрось. Нашел пивунью. Ну ладно. Слушайте. Из-под камышка, из-под белого, там текет река, река быстрая, там текет река. Река быстрая, река быстрая, вода чистая, как готовить реке. Вел донской казак, ни коня, уговорил
Это ты, ты меня. Рано с вечеру, а то биты меня в глухую ночь, а то биты меня в глухую полночь, когда дети мои спать улягутся, когда дети мои спать улягутся, а соседи мои чем замуж меня отдал. Ни за ровню, ни за пару. Я любить его не стану. Ни за ровню. Сдурел. Ладно. Справим на Василию. Творцы прилетели. Правда? А не спутал ли ты их тезка с воробушками? Не, не спутал. Творцы-то так рано не прилетают. Почему? А снег? А он скоро весь растает. Ну вот, вот тогда и прилетят твои скворцы-машины. Ей-богу, прилетели. Сам видел. За околицей.
А ну-ка, пойдем. Пойдем, Мишенька. Деда, куда мы идем? А в поле. Видишь, прилетит скворцы сейчас, помрут от голода. Скворцы чем питаются? Червяками. А где они живут, червяки? В земле. Тоже верно. А где она сейчас, земля? Под снегом. Вот под снегом, стало быть, и хоронятся червяки и всякие букашки. Уберется снежок с полей, объявится... На огородах большие проталины, повылезут покреться на солнышке божьей твари. Скворцы тут как-то вот. Цап-царап и длинным своим клювом. И сыт. Дней через 10, не раньше, что и крикливые гости пожалуют. А что, дед, придем опять в поле на скворцов поглядеть? Придем? Придем, сынок, придем. Земля, Миша, требует от человека добра, а мы добро в Боге ищем. Указываем Богу на поле пальцем, кричим, молим. Гляди, Господи, земля не родит. Пошли благодать, Господи. Не издеваться бы нам над землей надо, а посмотреть общим взглядом, так ли обходимся с ней. Нельзя ли лучше как? Все не от Бога, от мужика, от нас. Пашем-то мы ее не из любви по-древнему, а чтоб поболее сок из нее выжать, да с избытком. Эта земля живая, чахнет. Будь мужик умнее, добрее к земле. Живи, лучше не надо. Учить бы мужика надо. Такие бы училища завести. Время понять, миру надобны умные пахари. Земля-то топеречина вечно наша. Ты, Мишка, как вырастешь, учись на доброго пахаря. Учиться-то будешь? Буду. Вот, да ладно.
Пошла. Завтра, позорьте, надо Варвариной гайки к овражку сходить. Все, к овражку? Ну, проверить силки. Ушанов развелась тьма. Да стой ты. Ну, так, батя, меня-то возьмешь с собой, а? Возьму, если проснешься. Куда же я денусь? Первый раз, что ли? Сюда. Лейка.
же их что-то поубавилось. Заложен-то аккуратно. Сам-то что скажешь? Еще толком. Да тут кто-то погрел руки вокруг нашей овсянки. Так и есть. Гвоздем кто-то ковырялся. Кто ж мог? Ванюшки Полетаева рук дело. Или его щенков. Ну уж, батя, может, кто другой? Да ведь они разбойники могут и красного петуха из-за Николая нашего подпустить. Свезешь летом снопы на ток, а они ночью подкрадутся, чирк спичкой и готово. И начнет полыхать. По миру пустят, проклятый. Кто ж еще? Вань Перезак, он и есть. Кому же еще быть? И их работы. Одних сволочей весь Савкин затор слезами исходит. У кого солома, у кого мекинов, у кого еще что. Но обязательно утянут с гумна. Это уже известно. Ты вот что, братья. Этого Полетая проучи. Это как? А вот так. Стало быть, вот что. Не пожалей гривенника. Купи с десяток иголок. Наведайся в Ванькину Ригу и подбрось ему в Митину. Тогда посмотрим, как он запоет. Ты чему это учишь старшего брата? Ах ты, рассукин сын! Чего это ты насоветовал мне, а? Да я тебя задушу вот этой вот! Мерзавец, ты этакий! А ну, охолодь, ты что взорвал? Ты зачем ко мне пришел? За советом? Ну, так я тебе его дал. Тебе решать, годится он или нет. Ну, чего взеребетался? А слепой? Не шучу с тобой, шучу. Гаденыш. Нужен мне твой Ванька. Пускай хоть всю кучу перетаскает, мне наплевать. Негодяй. Это того. Не шути так более. Здорово, шофер! А что, шофер, и здорово. Ты-то как? Ты пока что в курьерах. Так что, курьер? Так ведь из вашей тебя вышло. Ну, всем и тебе. Так. Поглядим, что там вышло. Ну-ка, читай. Сим оповещается, гражданин села Савкин Затон, стало быть, ты, тядь, за неуплату должного долгу дело будет направлено в районный суд. Чего? Судить меня? А что это я? Я ничего. Кто объявил? Никол Харламов, сельсовет-секретарь. Сельсовет-секретарь. Ну-ка, дай. Вот ты, твою.
Ты что ж, мошенник? Как это не уплатил? Да ты сам, мать твою, сам получил из моих рук три красненьких. У меня свидетель есть. Как же тебе не стыдно? Пропили мои денежки. Мне стыдиться нечего. Это не я. А ты не уплатил налога, обманул советскую власть. Кого ты не уплатил, была бы тебе на то справка. Есть она у тебя? Нету. Ты ж хохоленок, мне ее не выдал. Не выдал, это переча. Как бы ты уплатил, выдал бы. Ну, Миколай, постой. Я этого так не оставлю. Я вам, Харламовым, так твою мать покажу. А вот за то, что угрожаешь властям расправой? Да, какая-то власть, какая-то власть. Дерьмо ты собачье, а не власть. Сапаныч, свидетелем пойдешь. Что же думаешь, если у тебя печать в кармане, то и советская власть в кармане. Не собаку бы твою, тебя жуликом надо бы назвать. А ты все еще молчишь? А не знаешь, что никаких недоимок за мной сроду не остается? А откуда мне знать-то? Я здесь человек новый, недавно присланный. Откуда мне знать-то? Ах, черт с вами. А ты, хохоленок, еще пожалеешь, что сотворил со мной такое. И брат твой, Петруха, и Пашка, мать вашу... Еще пожалеешь. Опять не сходится.